Побольше, чем период полураспада у Йода будет. Период полураспада Спитера. Урана. Период полураспада Спитера измеряется в литрах. Не, не надо его, плиз, плиз. А Звань, когда будешь воевать с косушкой? Так, что, у нас план будет обсуждаться? Естественно. Я предлагаю их окружить. Ладно, шучу. Это... Окружить? У нас Здорово же выхода, вторая, да? Да? Да. 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 Да, да, две бафи. Даже две. Одна. Ну, не знаю, нужна ли нам вторая. Естественно, Аздоник, ты чё? Вот тут, ну, где-то тут ее ставим, да? Ну, очень нам, стандартно. Нам куда угодно можно. Самая высота, по сути. Вот. И оттуда заходим. И есть, конечно, еще вариант зайти снизу. Как бы там... Там вроде по экшен... Экшена должно быть больше, но... Сейчас закидают ГПшками. Такое, как бы. Поэтому лучше вот... Там, оттуда прайс, серьезно? А, кстати, можно затригировать? Они 219-е лучше. Смотря для чего, Аздоник. Ну, чтобы нас прикрыть, когда мы заходим. Но там есть более приоритетная цель. Мы смотри, как сделаем. Вот, видишь? Ну, ну ты оттуда и я сажу. Затригировать, ну, можно смотри. Выходить? Оттуда не видно, Денвер. Ну, ты смотри, ты сможешь сверху заехать так, чтобы... Сейчас скажу. Мы передвигаемся по острову свободно, у нас никаких ограничений нет. Это у них ограничения. Не, я вот говорю про них, они могут уходить? Вокруг? Нет, нет. Ну, тогда все. Вот, вот. Вот эта зона, нету. Чтобы ты как бы ее обстрелил. Понял, да? Ну, это мне тогда вообще лучше с юга стоять. На юге, да. И сожгут ли бэху со здания? Так, кто вторую бэху будет брать-то? Не знаю, я пока планирую только на прайс, там уже сами думайте. Смотри, если берем вторую, точно берем. Кто берет? Я взял. Увер... Ну скажи, кто? Никто. Обе. Обе, смотри, обе. Смотри, ты тогда с юга встанешь. Да, да, метку. Рассчитай, где ему надо встать с юга. Да я вот кину, например, на метку. Второму человеку там везли бэху, там нельзя с водителя на стрелка просто так сесть. Да-да. Ну и фиг с ним, пересядет не просто так, там дальности-то большие. Не, просто если, например... Обе, с тобой кто-нибудь пусть... еще кто-нибудь пойдет, нет? Не знаешь? Да ты... не, мы по одному вроде сели. Не, ну с прайсом солитария, правильно? Так. Ну у нас в отряде вообще-то солитария. Ну я знаю, но он пойдет с ним. Я самый бесполезный человек, могу я сесть? Да я, в принципе, далеко буду, один смогу. Как самый бесполезный? 600 часов на лёд. Нет, самый бесполезный студент. Вот их можно водителями садить. Борн. У них там Птуров не завезли? Надеюсь. Нет, только 2 гранатомета. Вот, значит, смотри. Так, еще раз. Обе. Ты мне нужен с юга, ну не прям с юга, а в смысле, где-то сейчас, подожди, вот тут ли, или вот тут, короче, чтобы, как бы, подходы, понял, помогать, то есть, когда мы будем ну, заходить да. с основной пехой, чтобы, как бы, ну, накрывать всю эту штуку. Прайс, ты когда уничтожаешь лаву, наверное, заезжай сверху и тоже будешь долбить, да, по городу? Вот. А все остальные, короче, мы... Да, вот правильно. Пехота. Да, пехота расчертила. Мы там высадимся, только не там, наверное. А, наверное, еще чуть проедем. Реально по берегу поедем? Вот тут вот, вот так вот поедем. Так. Что там? Какого хера мы продажные военные? То, что нам платят, то того. Тебе заплатят за эту миссию. Так это ж нормально. Я на это не подписывался. А зачем мы такой объезд делаем? Ну там просто более прикольный фут. Чё, да? Чё, по КВшкам ставить? Да, проставьте КВшечки. Так чё там с маршрутом? Зачем такой объезд? Быстрее. КВшка одну. Давайте КВшку одну. Ёлки-палки. У нас 14 человек, серьёзно. У нас тем более пехотка всего одна будет. Только мы пехотка? Ну мы, я объединяю всю пехоту в одну, наверное. То есть смысла делиться не вижу. Все? Так, по КВ где? КВ поставим, да.
Так. Ну, где кого? Сол? Да-да-да, что? КВ и ДВ. А новички-то... А всё-таки будем проставлять? Или она просто единственная? Да, нужно. Да по дефолту, ёпта. Подожди, ДВ сейчас выставлю. Чёрту дефолт. Да оставь сотку, да и все. Да, у нас супер частота есть 100. Все, не парится. 228. Новички-то, просто кстати, если чё... Просто мы будем много терять рации в городе, скорее всего. Чё говоришь, новички? Новички-то папку с плагином перекидывали в папку с ТСК. Да, рекавери там, то еще. Новички. Вы плагины настраивали? Да я все вроде настроил. Не вижу. Нет, не показывает. У тебя не настроено. У тебя не настроено. Что там надо? Плагин в папку с TeamSpeak кидал. Вроде бы, да? Подожди. Надо включить, значит, в настройках. TeamSpeak. TeamSpeak надо галочку поставить? Да, да. Settings, plugins. А какой именно там надо поставить? Arma. Task Force Arma 3 Radio. Что это за значок на карте? На сдвиге. Это умножить или разделить? Это степень. Блин, что ты сделал? Палки-палки. Математики, ёбаный. Степень. Корень. Сдвиг, степень. Да-да-да. Я смотрю, что в арму играть, а не математику делать. Чтоб никогда народ просто, знаешь, я говорю, сдвиг и все, и теряю весь все отделение. В одну секунду. Математики одни собрались. Я зачем арму покупал, чтобы математику тут делать? Да. Минус 4 это... Так просто поставьте им ДВ в общий канал, сдвиг и все. КВ, ДВ и прочее. Противоположной команде, так же. Они все равно не... Не смогут. Они не смогут, у нас частота шифруется. Да? Ты сказал да? Грустно, прям. Чем бред с этими рациями? Почему нельзя пароль туда поставить? На рацию. Да, они все. Шифруются, они шифруются. Зачем? Не, вообще, на саму рацию, чтобы они без пароля не смогли включить. А, ну да, вот это было бы интересно. Так, чё, я отходил? Все, можем начинать. Я а то ты ее выключать будешь постоянно, пароль. Кстати, я энергию до сих пор не пугай Джордана. Не, ну чтоб я вводил ее сам автомат, враги догадывали. Че, готовы мы? Да, тогда да. Просто отменить возможность поднятия рации и все. Или подбираешь рацию так. На всю карту вы подобрали. А так интересно. Парольку можно сделать один. 1, 2, 3, 4, 5. What's up, nigga? Какой приятный FPS после обновления. Чё ты обновил? Машину? Нет. Они арму же обновили же. Core патч поменяли. Я не знал. Надо чё, скачивать, да? Он в Steam автоматом качал. Меня не качал. О, у тебя со старой, видимо. У меня в Steam, по-моему, но он не стоит, по-моему, автообновление. А, ну понятно, потом скачаю. Сейчас умру быстренько. Да. С у тебя с укоротом еще. Блин, а нету накатывай головки? Он ничего там не портит? Дим. Ну, так ломает, да. Там пистолет его сломал, урон. Паша, я выражаю сильный протест. Ёлопал, где мои аеки? Че? А? Аеки. Это версия старая, это старая версия. Ты крастрелить захотел, да? Версия лет, наверное, года полтора. Ясно. Пусть сейчас спасибо скажет, что тут спектатор будет. Возики. Любит там РПК, сидит чувак. Может, ты с него возьмешь, а тебе с этим. С Ксюхой этой. Ай, нига, what's your name, нига? Кто хозяин человека? Кто хозяин? Отберите у него винтовку. Борн. Джейсон Борн. Можешь отнять? Ай, люди, зачем вы? Ему же больно. Это же Виктор Ельцин. Стрелять людей, ёлки-палки. О, блядь! Давайте я возьму просто ухайся. Уничтожение и всё. Возьми. Удар, видал, что сделал? В затылок его шмальнул. Да. Вот
с ним сделаешь, друг? Ванчик, он невкусный. А он, смотри, как Яценюка за яйца схватил из трибуны. Тихо, я снимаю видео, я снимаю видео. Ивончик, трактористы, трактористы. Две собачки. Путин Докс будут рады. Вот вам в это. Ищем таланты. Got talent. Им Верховную Раду надо. А ну нафиг, он сейчас стрелять начнет. Отнимите у него ствол. Все шарахаются. Ствол опусти. Ботл говорит еще ствол опусти. А у нас что ли фриз? Отойди. Ванечка, отойди от него. Да нет у нас фристайл. Ааа, веселый. Как хочешь. Борн, давай ты начнем экипаж прайс первый БМП. Это новички негры. Сара, есть проблема? Живодёры, а? Есть у меня машина? У меня посмотрел у меня. Ну я у тебя вижу. А мне? Там медкиты гвозди лежали вон в ящике. Взял? Да. В медицинском. Вон, вот он. Здесь. Теперь все как у людей. Ты, блин, красавчик, объясняй, где он. Спать и буду грузить уже. Чё? Куда? А вы лечиться-то можете, сынки? Нет, не умею. Надо проверить. Они только лечить могут. Может, поедем? А чё, все давящие повязки забрали? Да, не вообще. Да, сейчас, хороший мысль. Давайте, Спыра, все внутрь. Паша, давай за руль. Куда внутрь? Вверх, да. Зенк, мы в первый БМП? Мы в это, на Уральчике. А, понял. У нас на этом Уральчике и прим. Да мы доедем до него только на 8. А вы взрывчатку взяли, сынки? А если ворон предатель вместе с вами? Возьми к нам! А может я шахидом буду? Сейчас на какую-нибудь тачку мне поставить, взрывчатку. Джонни, все, давай, я пойду, у меня айфон есть. Напоминаешь, что продажный военный, не член Аль-Каиды. Я две взял. Звони, машинки брать нет. Они подшили. По-моему. У нас. Звони, не берите легковушки, я не беру уже фигуру. Звони, давай я пойду. Ребята, у меня айфон есть. Ты кто там сел? Какой айфон? Да сам сидел. Кто? Солитарий. Кто? Я. Солитарий. Ты чё, мой голос? Ребята, а чё стрелять я не могу? У меня не перезаряжается. А у тебя патроны есть? На F нажми пару. 7 штук, 45. Они после обнова вроде не проходят. У меня режим стрельбы. РПК сломанный. СБхи, слазите в машину. РПК сломанный? Да, кстати. Да, в Урале есть калаш. У калаши. Да, в Урале. Все, красным СБхи можно в багажник чувака засадить, а один может проехать в центр города. Да смысл? И умереть. Там полобоймы сковашаем. Он не полобоймы, а два попадания. Да, клипсы бы сейчас связали. Прайс, трогайся. А стволов-то нету? Сны этих. В Урале. Магазины? А, магазины, вот, походу. Ну всё, что ты кинуть могу. Куда вы поехали? И на мать его шёпот переключить. Садись и поехали. Прайс, ну ёпс, туда и фаровые. Да нет тут ни хрена здесь. Жопа полная, ребят. Кинуть? На шепот говори. Зачем шепот? Репит, сейчас тебя кину. У тебя патронов нету, что ли, репит или что? Райс, что там? Репит, эти патроны. Сейчас водитель как бы... А что кинул-то, в машину? Да, бро. Ну хорошо, тогда я. Поехали, там заберу в Урале, внутри. А ты мне карту открой и... Да, я через снарягу. Борн, прям, слышишь меня? Слышу. Ты за водителя на БМП первый. Понял, а ты сказал, что это хорошо. Понял, это жесть, конечно. Давай быстрее. Че, мы едем там или нет? Да, сейчас. Они там ротят. Я пока тоже выйду, может еще где найду. Поедем. Я не могу 6 рожков скинуть, у меня 12 рожков просто. Ну скинь парочку хотя бы внутрь Урала. Давай. Борн, вперед. Знаешь, что у вас глаз нет? Блин. Прайс, гав-гав.
это нормально. Мы русские. Сейчас нам глаза не нужны. Правильно. Что у нас? Ага, да, спасибо. Правильно. Лайка. Твое. Ой, наоборот, чужое. Халява. Взять, взять. Жеки, зажеки. Почему на телефоне это много царапин? Репит. А, да, да что? БЕ. БЕ. Ты понял? БЕ. Аздоник. Сложный прикол. А репит помню. Нет, я не помню. Ну когда Аздоник по другому берегу ушел и орал. Дико орал, в рацию. Но... Сейчас мы все об Аздонике узнаем. Сейчас вам дурные звуки с машины. Смотри на меня. Радио приговора. Слышь, ещё магнитолю включи, чтоб весело ехать билет. А в голову не хочешь патрона маслина получить? Будешь потом Паше неустойку выплачивать за то, что его канал заблочили. А видео там ой как много. Даже по рублю запаришься выплачивать. За каждое? Конечно, за каждое. За каждый просмотр у каждого. Ну там уже скоро под лимон будет. Какой лимон? Общее количество просмотров. Желтый. Что так много? Это мало. Давай, купи место, окей, мы поедем вперед, там все дальше. Это миллион человек посмотрели. Нет, знаешь, это просмотров миллион. Это просмотров. Я тут недавно, когда вышла новая игрушка, там, которую хост держу, а у нас оказался у единственных этот, ну, взламыватель. Эх, сколько людей посыпалось. Из одной Турции там, я не знаю, куча просто. А раньше, ну, человек 100-120 зайдет там. Тут на тебе сразу 1000. И нас этот, и нас, ну, из Турции откуда, и нас Яндекс, короче, это, отвалился, говорит, у вас спам бежит. Короче, ну, через него это, почта для домена сделали, через него он заблокировал. Яндекс. Успешно открыли свой, короче, почтовик, все прописали в домене там у Яндекса в DNS записях, они бац, короче, говорит, а у нас только если вы у нас почту держите, мы только тогда вам DNS представляем. А почта без почты никак? А? А нет, а мы, а без почты нет, они вот закрывают. Я записи поменял в DNS на свой сервак почты, чтобы ко мне ходило напрямую, и вот такая засада получилась. Понятно. Это то есть такой наплыв после рекламы. А это у нас Sunwalker появился у единственных. А что за игра? Leap for Speed. 5-10 миллионов шекелей за все пропущенные. А можно по дороге срезать прям вот вниз и все? Аккуратно. Ребята, не надо тут осторожничать, нас будет слышно отлично, когда мы подойдем. Да. Можно сигналить. А ты не топай. Мы там спешимся и пройдем по горам аккуратненько. А ты не топай, чтобы тебя не услышали. А есть у кого шестигранник? Я тут хочу отвинтить глушак чувака. Или это не глушак? А, это пламя-гаситель. Все равно открутить. Здесь, наверное, под шестерочку, даже меньше, наверное. Компенсатор уже. Не знаю я ваших... Об этом мы никогда не узнаем. Непонятных слов. Да ёпта, шумпол, выбей у него и открути нахер. Не надо ругать. А ещё крышку ствольной коробки сними и сам сделал глушитель, да? Глушитель, чтобы можно коробки, было а-ля как Escape from Tarkov стрелять. Не, я когда увидел, так и думал, это, конечно, прикольно, да? Так может всё, разобрать можно там. Знаешь, там типа это специальные дают бонусы, типа если там за 12 секунд уложился. Кто в новую Rainbow Six играл? Санина какая-то вообще. Хотя. Не, я думаю взять. А Сдоник даже не думай. Смотрел с русской там с русским. Тихо, Сдоник, нормальная игра. Нахер это надо. Я вот сейчас зря аккаунт покупаю, падла. Ты учишься? Что мне армагает? Слышь, я тебе 800 рублей потом сниму аккаунт. Потом. У меня 60 FPS ультра. Да, 60 FPS. Ну все, давайте это. Давайте, короче, вот сейчас
Летарий пойдет кушать и с обрыва Урал улетит. Нет. На 60 FPS? Мне это не нравится. Спитер ворует FPS. А это белка. Спитер умер. Ест FPS. Белка со спитером. Еще не тут, еще не тут еще. Вперед, вперед. Не вот этот поворот, а дальше. Блин, я вот Урал... Вперед еще есть, вперед, вперед, вперед. Ты рассказывай, думал, все на Урале. Да харе, влево, вправо, влево, вправо. Да что ж ты? Голову опустите, не видно. Почему тебя тошнит? СТП. И поехали. На выход, господа. А. Так, пехотка спешилась. Идем по... Ну подумай, здесь кто-то еще есть. Зелененькая. Пехотка спешилась. Ну, обе ты на связи? Господи, как он орет? Да, на связи. Доник? Нет, Урал, Урал. Пустой Урал, карет. Командир, завали меня. Пешком пойдем. Да, конечно. В бою, чтобы антураж был. Надо такой этот голос было закрепить на каждом юните, чтобы каждый так орал. Завали меня. Да-да. Всякие ПЗ. Бандир, брось. Сейчас. Идем, идем. У меня на горизонте такие текстуры лаганые. Что за жесть? Росфокс, на следующей миске в атаку идешь первым. Ребят, все, флот отставливаем в стороночку. И на шепот переходим. Каримся, шепот или нет, все равно враг один тот же. Воин, помолчи. Для врагов. Не имею в виду, когда враг все говорите, не значительно сказали. Военный, я тишина, блин. Чё, тихо, алё? Чё? Поехали, слышишь, как их нормально слышно, он машину. А. Да-да, это Бэха едет. Паша, говори чё? Не в рацию. Если ты говоришь с кем-то, то рядом с тобой. А у меня кнопка залегла, понял. Так, на подъеме всем стоп. Ожидаем тех, кто тянется. Они с GPS у многих есть. У всех, да. Прайс, я тебе не метки, я пиво потом проставлю. Я не против. Тик-так, тик-так. Патронов у всех минимум 6 рожков. Поверь, тебе рожки. Одного будет достаточно. Обоймы. Дай бог, 3 истратишь. Гранатку бы сюда. Нуклер есть здесь? Да, нет, с другой стороны. Ты взял бы постит? Одну штучку. Так, взял, ладно, да. Движение 210. Я две взял, если что. Хорошо. Двигаемся. Не ускоряйтесь на шифта. Кто-то делает, тот устанет быстрее всех. Акичики, прики. Я Соник, отстань. Кто орёт? Аздоник. Аздоник, не ори. Кто это, того не ждём. Тут падает, короче, я пробегаю, даю пулю в ногу, вообще не дошёл. Я тебя лечить не стану, я санитар. Да у меня свой есть санитар. Где?
Я ему не дал, она мою девушку хлеба. Космодесантник. Все, все. Рот тоже. Мы отклонили сетку. Где наша цель? Ой, извини. Да я вообще сполз. Двигаемся на 220 до... Там уже двинемся дальше по низине. На карте этот город оказался. На этот момент надо теперь как бы пробежать до первых лэп, потому что нас могут долбануть. А я этого не очень хочу. У них что-нибудь вообще есть из техники? Зухи. Да. Корж же вроде так, есть. Вот в низине стоп. Когда добегаете в низине, стойте. Ожидаем бы. Так, не вылазим, не вылазим. Назад отойдите, я сам посмотрю. Что, Жень, готовы? Ох, выехать, чтобы помогать. Багнутый дом. Обе Викс? Если кто-то увидит открытые ставни, орите. Так, вниз давайте бегом сейчас. Обе Викс? На связь. Через минуту-две кину метку. Через минуту-две займу позицию. Давай. Ты слышишь, не там, откуда мы идти будем, а где-нибудь слева или справа. Окажись, понял, что не палить подход. Да ты, ебёная мать, побежал правее, правее заваливает, сынок. Он завис. Он на месте бежит у меня. Опять связи. Кто там на горе бегает за ним? Так, пока не двигается, еще чуть-чуть вперед продвинусь, гляну. А он продолжает бежать или остановился? Он бежит. Он спускается вниз, сейчас походу на дорогу выбежит. Да он сейчас спалит. Да нет, он мимо пробежит, все нормально. We are the champions. Тихо. И все смотрят куда. Ну что там, где наша броня? Броня. Я видел нашу броню. Обе, нужно, чтобы ты как бы видел город, понял, да? Слева это тут кикнул, да? Да. Ну вот он откикет на себя. 280, двигаемся. Аккуратнее. Двигаемся так, чтобы выйти потом, короче, к... Чё, это стрельба какая-то идёт. На 208. Прайс, обе, выкатывайтесь, долбите. Это, надо к дороге выйти, понятно? У дороги нас уже будет немножко не видно. Скоро стреляем. Справа от дороги будьте. Все, двигаемся. А вы пехоту уже пошли, Азоник? Да, вся пехота, двигаемся. Вниз спустились, да? В смысле вниз? Вдоль дороги, да? Мы идем или где? Мы по лэп-опорам идем. По лэп-опорам, а как увидите слева, понял, у понял. Дороги это... Лесок, туда спустились все должны, понятно? Шнели. ПЗ твоя группа, в принципе, может по лэп идти. А вот остальные должны идти внизу. Да все вместе пойдем, не надо. Не, чтобы чуть-чуть выше было. Ну, чтобы нас из кустов замочило. Прайс, что ты там? Ваш пока чисто. Как ты лежащий холм, смотри тут. Долбануть. Это просто какой-то слайд-шоу. Короче, застрелите меня кто-нибудь.
закончили, я сейчас гранату кину по тебе. Паша, перезайдай эту версию на дальность видимости настраивать, окей? Угу. Да это не от дальности видимости зависит, у меня вообще во всей армии, даже в менюшке лагает. Это бывает такое. Попробуй перезайди. Бот-то останется, что-то. Обе. Пэта, нервы ему строй. Понял. Вкус за идею, перезайди, арму перезапусти. Еще так, вы где, пацаны? Справа. Да. Справа у дороги лесочек, там идти надо. Я никого не вижу. Справа у дороги. Близко к дороге, 10 метров от дороги. Куда вы ушли? Стрельба. Стрельба. Понятно. Запада. Это наша работа. Давайте двинули, но мы тоже вдоль лэп. Не вдоль лэпа, вон дороги надо. Вон, все бегут вот неправильно, надо было вам налево повернуть сейчас. А Зоник, ты нам до этого говорил, идти вдоль лэп, сейчас не надо. Окей, сказал, мы уже побежали вдоль лэп. А сказал, спуститься. Все, мы уже здесь в ложбинке, у нас здесь хорошее укрытие, нормально. Вот, и с нее теперь в лесок, идите. Если по нам из церкви ничего не пролетит, мы пройдем. РПГ вижу. Обе жив? Попадание было? Вижу РПГ. Недолет. Недолет, двигайся. Шугнул его. Обе вали. А мы в лесочек, давайте быстро уходим. Тут на поле сидим, как очень грустно. Все на одной же, да. Но доложите, что свои тут рискуют. Метку на себя поставьте. Да. Спалили оттуда. У них больше нет. Нам ожидать в лесу или двигаться? Так, аккуратнее, БМП работать, мы уже в зоне практически. Все, штурм, пацаны, всем штурм. Так, тогда внимательно по лесу, здесь пехота может быть. По сторонам смотрим. Не торопимся. Обе подъезжают потихонечку. Все шагом, шагом. Мы еще не в зоне, но сейчас пойдем. Подойдем. Вперед пошел. Чтобы широкий обзор сделать два раза не возможно. Мы заметили, что тихо стало. Здесь корт где-то сидит. Здание напротив трупа с зоником бег. Останьку. Метку давайте. Там метка, которая сейчас. Вы продвигайтесь сами, у меня тут группа, я не могу командовать. Корт отработан. Так, здесь показания застановились, сейчас город проснулся. Минус два наших. Их корт обстреливает откуда, не было ясно. Это не корт, это ПКМ, здание. Где-то. Сейчас метку поставлю.
Все, кто со мной, сейчас пока осмотритесь по сторонам, чтобы никто не прибежал. Может, в зоне. Да. Сюда? Да-да-да-да-да. Хо, у меня там чей-то нет, слышит. Обруги у нас. Так. Я вообще думаю, может сползать, а не идти. Отдай направо. Ну где-то на 230 здесь вот сейчас. Ваш бинка такая хорошая. Хотел удостоверить, хорошо, давайте. В чистоте района возле Аздоникова, скажите. Чего возле Аздоника? Когда район возле Аздоника будет зачищен, доложите, я иду тогда в лавку долго. Ну, возле района Аздоника. Чего из леса спускается? Чистым. Сейчас противоположный склон надо посмотреть, там дома они могут быть там сидеть на холме. Репит, чуть-чуть от нас западнее продвинуться. Аздоник на связи? Умер. Аздоник умер. На 245. Да, слой в двухэтажном здании. А лучше на КВ выйди, запрос сделаем, ДВшка не у всех. За лесами строительными. Так, смотрите, можем спуститься здесь как раз на 280, да, в деревья зайти и в дома. Проверка связи. Слышно? Свои в двухэтажном здании с навесом есть? С выходом на бетры. Группа ПЗ, по-моему, вся на плато находится в зеленке. Понял. Ну что, давайте спускаться, я первый пошел. Понял, ну, вернее. Вроде спустился. Мне в эти слива дома стрёмно как-то заходить. Да, и в городе лучше два раза минус нажать, чтобы шире обзор был. Что там наше второе отделение живое еще? Отделение Аздоник. Да, Аздоник. Я. И все. Может, студенты эфир еще нажили? Так,
кстати, увидите Волгу, кричите. Чёрно. Рядом с ДХ никого нет? По шангар по 3 часа у тебя будет кровь? Чё там? Ангар на 3 часа проверять будет? Надо сначала проверить чистоту улицы. Можем попробовать дымами покидать. Тебя. Где-то ДШК у нас рядом справа. Спереди. С холма был. Вижу его. Все, накрыли. Покидаем. Это не победа. Давай. Там еще Волгу нужно. Че, мне дымов еще накидать? Пока посмотрим, сейчас рассеяться должно. Улицу просто сейчас на юге закроем, чтобы ничего нам не мешало подходить. Да. Куда дымки? Пока не надо. Вторая БХ. Гранату можно? На связи? Кидай, кидай. Блять, ложи! Нормально. Нет, мимо. Прайс на связи? Да-да. Смотрите рядом со мной, по-моему, кто-то бегал рядом. Рядом. Под горкой. Сейчас проверю амбар. Не, ну да, все точно, да. Или давайте там айванчик и давайте проверяйте лучше. А то я сейчас помру и вы там назад, без командира. Если есть дымы, накидайте за амбар на запад, чтобы дорогу-то не простили. Сейчас проверю. БМП прием, который добил под ШК. Вы убили всех там? Надеемся. Принял. Я не понял, куда там дымов накидать на запад? Да уже не надо, раз вышел, туда спокойно. Чекибрики, куда ты убежал? А, к нашим, на север. Че, там чисто вообще? Да. Там бомбарь чисто. Принял. А там пара на 240, сейчас уходим к высотным домам. Проеду дальше, смени позицию. Возможно, с церквушки что-то стрелял. Сместился к домам с высотным. Да, с церкви долбили. Нашей позиции на 210 где-то будет лавка, скорее всего. Ее видишь, еще не видно. А, разбили? Да, да, еще лавку разбили, да. Принял, тогда Волгу еще. Тихо, слышал, как будто этот стон не было? На 120 послышалось, как будто. Волгу, можно ковшом? Можно. Так, давайте я перебегаю улицу на другую сторону. Ну а чё ты-то? Ты-то погоди, да. Давай солдатик сперва. Ну, Иванчик, давай, ты у нас самый опытный. 1-11, обновите меня. Хьюман, давай следующий. 1-11, обновите меня. Сейчас сделаем. Минутку, наверное. Так, я пошел. На месте, на месте. Так,
сейчас меточку обновлю. Молодец. Куда? Убил. Сейчас сюда прибежит кто-нибудь, это точно. Если есть граната, откуда нам в это не ходить? Да убил, но сейчас прибегут еще. Там трупы. Сейчас позиции занимаем, ждем сейчас. Ждем. Кто из наших ребят выходные бегает? Форма наша, а кто? Если форма наша, то есть. Это ответка была? Из наших кто кидал гранату сейчас? Это ответка, по-моему. Нормально, они пробьют. Разрешил закидать труп гранатами, осмотреть? Осматривать не надо, за гранатами закидывай. То есть гранатами закидывают со стороны трупа, да? Труп может там жить, кстати. Я про дымовую да нам трупы не надо, нам Волгу искать надо. Видит там пробелы между зданиями серыми, там могут сидеть крыши. Что осторожно. Места надо пометить, где мы уже были, где Волги нету, чтобы не это самое. Да. Прям линии нарисуй маршрут там. Сейчас сделаю. Только спрячусь. Время не ограничено? Ограничено. Но мы довольно быстро вошли. Лечение никому не требуется? У нас 10 минут осталось. Я красными линиями рисую, где проверено, и Волги нет. Давайте проверим двор на юге. На юге? Где фонтан? Там, где зеленая полоса считается. Давайте на восток смещаемся, к трупику здесь, может быть он все-таки где-то здесь возник. Есть у кого? Последние были. Ладно. Сейчас гранаты сделаю. Волга была тут. Ее перегнали. Наша взрывчатка. Я ее слышу, по-моему. Диванчик откуда-то подстрелил. Сверху, по-моему. Со 60. Ну, наверное. А где кто ранен? Иванчик или убит? А где он валяется? Перед нами? Стой, да. Стой. Попробуйте, может, северной части здания находится. Они, короче, на подъеме, где-то там на подъеме, на втором ярусе. Вот оттуда стреляли. Он мертв. Ай-яй-яй. СВДшник с зелени, по-моему. Я с северной стороны вылазил, меня обстрелял. Не заметил. С северной стороны. Попробуй издалека вылезти за здание. Уйти, чеки-брики, может, есть смысл. Да не надо с ней вообще лезть туда. Там Волги нет. Там
Пех сидит, нам не интересен пех, на богу. Можешь сдвиг сделать. Раз. Да, и сдвиг давайте сделаем. И он там был. На сдвиге. Так, давайте на 240 между серым и бежим домом ходим. На сдвиге. Сейчас опять заводаюсь. Перебегаю улицу. Движусь на 260. Сейчас к нам опять может кто-то прибежать. Гранат может кинуть, отойди, может, в серединку. Да не надо никакой гранаты, я убил его там, но он мастер хороший. Метки поставьте все на себя. В одном месте. Надо искать время выходит. Да. О. Давайте надо проверить звук. Здесь, вот эти заборчик, вот это все здесь проверить. Слушайте, звуки, Волга едет. Такой МП. А. Вроде бы. Давайте уже более активно. Они могут ее в замок поставить? Ну, надо посмотреть по зоне. Смещаюсь к этому, к церкви. Нашел, нашел, где Урал, где лавка, где наш. Понял. Где? Метку. Из калаша бей. Это... Где мы прятались как-то? Забор резной и Урал разбит. Многоэтажные вот дома с этими, с лесами, дома с лесами, там, короче. Ставишь? Быстрее. Ножу прикрытие. Да, включил дистанционно. Все, давай уходим, 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 уходим. Делаю бах. Давай. Отлично. Горит пофигу. Горит, горит, горит.